В зрительном зале театра «Кукол сказ» юные театралы вместе со своими родителями. А на сцене спектакль «Дрозд фрау Майер». С минимумом декораций, но с максимумом актерской игры, волнительных моментов, переживаний и прочувствованных ситуаций. Философская притча о переосмыслении жизни, о настоящей любви, гармонии и внутренней свободе, рассказанная с чувством юмора. Это история о том, как одно маленькое существо, птица, изменила жизнь фрау Майер. Женщина не представляла свою жизнь без забот и переживаний обо всем на свете. Но так продолжалось до тех пор, пока она не нашла того, кто действительно нуждался в ее заботе – маленького дрозда. Вот теперь точно есть повод для беспокойства. Его нужно накормить, приласкать и, самое главное, научить летать. В детском спектакле заложен такой глубокий смысл, который стал понятен всем – и взрослым, и детям. Родители в зале периодически прижимали к себе своих детей, своих птенчиков, о которых они заботятся, переживают и в которых весь смысл жизни для любого родителя. И именно наши дети заставляют нас меняться и смотреть на некоторые вещи по-другому, как и в спектакле, а может в какой-то момент преодолеть себя, как и главная героиня постановки. Мне понравилось в спектакле то, что там был этот дрозд такой смешной. Нет, не пожалели, все очень понравилось. Как, кстати, для чего нужны такие вот мероприятия совместно? Чтобы еще больше объединяло это все в семье. Ну, он был добрым. Ухаживали за дроздом. Когда они поднялись в небо, я удивился. Проявлять внимание, заботу и терпение к детям. Родители, находясь рядом с ребенком, имея возможность поговорить после спектакля, обсудить, еще раз чувствуют, как это здорово, что этот вечер они провели в театре, что они его провели рядом со своим ребенком. Такие семейные просмотры спектаклей с глубоким философским смыслом стали возможны благодаря действующему городскому проекту «Родительское просвещение». Проект объединил разные ведомства и учреждения, чтобы помочь новоуральским родителям быть любящими и заботливыми мамами и папами. И надо отметить, что все разные мероприятия в рамках проекта всегда проходят на ура и с аншлагом. А самое главное, находя отклик в сердцах родителей и их детей. И вся эта непростая, большая работа межведомственного взаимодействия формирует новый этап в развитии семейных взаимоотношений новоуральцев. Наталья Рау, Антон Пулаев, Новоуральская вещательная компания.